Салем, кормят этот стар. Ходил я в Хан-Сатыр, там в цокольном этаже есть барбершоп. Ну там, я там всегда хожу, там недорого и классно постригает. А иду я сегодня вот туда, на оперу Абай, на казахском языке. Это я покупал давно, месяц назад, как бы, вот. Так, все, идем. Бастана опера. На оперу Абай. На казахском языке. Вот. Такая тема. Наша любимая Абу-Даби Плаза, Казахстан Тауэр. Вот. И я иду на оперу. И вас сейчас свожу, вот что. Я немножко чувствую себя как-то не очень, ну, вот, после дороги еще, знаете, вот, немножко устал, немножко продуло чуть-чуть, и такое легкое недомогание, ну, ничего страшного, как бы, вот. Там всегда играет гармонист, вот. Я им иногда даю денег, вот в этом переходе. Так что сейчас денег у меня с собой нету, поэтому я пройду мимо. Вот идем мы в храм искусств, наслаждаться музыкой, прекрасным пением. Причем это все национальные традиции, да, и голос, и музыкальные инструменты, и все такое. Опера причем старая, проверенная временем, как бы очень популярная. И я специально купил на нее билет и пошел. Вот. Ни на Жизель, там, ни на, ну, что там еще есть, балеты всякие там. Ни на Евгения Онегина, там, ни на вот это все. А именно вот, ой, запнулся, извиняюсь. Именно вот на казахскую оперу. Национальным колоритом. Чтоб побольше узнать, впитать и окунуться вот в эту атмосферу. Вот такая тема. Такая тема. Ходил сейчас в Хан-Сатыр к барберу, ну, постригся. Ну, побриться не успел, ну, не особо. Это французский шарм такой, знаете, трехдневная щетина, типа. Ну, пойдет, ладно. Вот, подходим. Ну, еще народу мало, я пораньше пришел. Время сейчас 18 минут 5, а начало в 5. Вот стоят швейцары. Видите, в таких костюмчиках. Как называется? Ливрея или как? Не знаю. Вот мы идем. Здравствуйте. А мы если зайдем потом, сможем выйти опять? Да, конечно. Да? Если мы билет активируем. Вот вестибюль. Астана опера. Здравствуйте. Вот такой вестибюль, холл. Колонны такие мраморные, из карарского, итальянского, по-моему, мрамора, что ли. Вот. Я специально пришел пораньше, чтобы народу было поменьше, чтобы я, ну, снял там, да, как бы так, чтобы народ не попадал в кадр, потому что не все нравится, не всем нравится попадать в кадры, а мне хочется просмотреть все поподробнее, как бы. Ну и вам показать. Там что у нас? Типа сортир. Ну и рожа. Там Туран улица. Такие портьеры чисто. Как в театре. Ну, так в театре как бы. Там зал у нас.
А тут ложа, наверное, да? Ну, для особо приближенных, скажем так. Портер, вот что. Портер, видите, тут крутой портер. Там декорации уже стоят. Тут для элиты, как бы, да? А я где-то тут буду, 9 ряд, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. А, вот. Вот этот ряд мой, по-моему. Оркестровая яма прямо, все дела. Вот такая красота. Театр шикарен прямо, конечно. Прямо шикарен, я прямо в восхищении абсолютно. Прямо вот такой. Золото, бархат. Натуральный дуб. Медь, латунь, то есть все как полагается. Мрамор. Вот, лепнина. Позолота. Вот все как полагается, на высшем уровне. Прямо как на уровне лучших мировых театров. Вот. Типа метрополитен опера, а тут Астана опера. Вот такая тема. Вспомнил я тут Пушкина, короче. Евгения Онегина, помните? Театр уж полон, ложи блещут. Портьеры, кресла, все кипит. В реке нетерпеливо плещут. И взвившись занавес шумит. Блистательно, полувоздушно, смычку волшебному послушно. Толпою нимф окружена. Стоит Истомина. Она одной ногой касается пола. Другой медленно кружит. И вдруг прыжок, и вдруг летит. Летит, как пух от уст Эола. То стан совьет, то разовьет. И быстрой ножкой ножку бьет. Вот, вспомнил я. Театр уж полон, ложи блещет. Портер и кресло все кипит. Вот такая тема. Ну, тут, конечно, не Истомина и не классическая опера. Да, тут национальная опера Абай. Я так примеры привел, что театр уж полон, ложи блещет. Пока еще не полон, потому что народу не особо много, потому что я пришел пораньше. Чтобы снять видео, чтобы насладиться вот внутренним убранством или убранством, не суть, убранством театра. Вот такая вот лепота. Мрамор, люстры классические, хрустальные. На голову упадет кому-то, вот хорошо будет. Хорошо, в смысле, приятно будет. Ну, шутка, конечно, что вы. Кстати, вот смотрите. Классический театр, да? И классическое убранство. Но оно с восточными мотивами. Вот смотрите. Узоры тюркские, да? Вот эти вот все. Вот такая тема. То есть все подобрано со вкусом. Такая вот красота прямо. Классические мотивы, да, и национальные вот узоры такие. И это очень прекрасно, как бы, да, очень хорошо. Вот. Очень хорошо и прекрасно. Роспись золотая на стенах. Классические двери. Классические двери. Брашечки. Ну, народу еще мало. Время еще мало, поэтому. Еще театр не полон. Еще театр не полон. Посмотрим вид с балкончика. Ой, тут не то. Вот тут вот. 8С. Там уже
Вот такой вид, видите? Оркестр собирается. А мои места вон там, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. О, там вообще такое, смотрите. Крутой, крутой. Как это называется там? Царская лоза? Чисто. Да, как президентская, наверное. Сидение в гербах, как бы, такая лепота. Ведь я вас куда привел? Мне же здесь все интересно, как бы, вот. Вот там будут это, титры, как бы, да. Действия в пяти картинах, опера «Абай». В четырех действиях, в пяти картинах. Либретто Уезова и так далее. А Жубанов и Хамиди. Композиторы. Вот. Вот мы заходим в зал. Настя. С левой стороны. С левой стороны. Пока еще народ не собрался особо-то. Только там еще оркестр тихонечко тренируется. Здесь просто место свое посмотрю, чтобы там еще выйти. Что, 11, 9, 10, вот 11. Вот мое место. 31 место. Вот. Вид у меня будет шикарный, и у вас, соответственно, тоже. И вот так все видно тут. Так что вот. Вот такой вот вид отсюда. Пока народу нету, давайте заглянем в оркестровую яму. Вот что. Пока мы никому не мешаем. Здрасте. Вот оркестранты пробуют смычок. Эксклюзивный материал. Понятно? Только для вас. Только для вас эксклюзив. Видео с оркестровой ямы по часам. Какие крутые кадры. Вот. Ну, сзади ложи крутые, там, конечно, дамы такие сидят все в бриллиантах. Вот. Это дирижер, наверное, да? Зал потихоньку заполняется. Проходите, пожалуйста. Заполняется зал, видите? Народ приходит. И молодежи много. И опашки. Да-да-да, конечно. Вот. Да, мы вот в кринолинах как бы, да? Иностранцев много, кстати, вот что. Итальянцев видел, англичан видел. Такая тема. Погасили свет. Thank you.
теперь хоть титры есть, видите? Над занавесом. На лошади кто-то приехал, видите, на сцену. Вот видите, коня ведут под узцы. Схватили влюбленных, в общем. Девочку и джигита. Пришел Абай-ага, спаситель, и спас влюбленных. Избавил от смертельной угрозы. А там наверху есть титры, прочитаю. Перевод. Открываются ворота. Кабинет Абая. Книжки там, видите? Часы. А Айдар пишет поэму. Новая картина. Антракт. Антракт. Сейчас с чем-то посидели. Вот люди пошли отдохнуть. Попить соку, чаю, кофе. Винца кто? Вот. Антракт. В общем, пью морсик с смородиновый. Там такая тема. У меня 9-й ряд, я специально поближе купил. А там поближе еще места есть. То есть свободные. То есть зал не полный. Ну, немножко есть места. Вот сейчас попробую поближе пересесть. И там, мне кажется, видео будет получше, да? Вам будет лучше видно. Соответственно, мне будет лучше видно. Вернее, наоборот, соответственно, мне и вам тоже. И фоток побольше, ну, получше будет видно. Там зал и... Не зал, а сцену, оркестровую яму.
и может быть видосик получше будет. А то как-то с зала снимаешь, немножко темновато. Так что вот. Попробуем сейчас. Вроде как никто не заругает. Что-то места свободные есть же. Матабай играет. Этот актер. Талгат Мусабаев. Вот. Сел я поближе, спросил у администраторов, сказали, можно садиться, все места есть. Браво! Дирижер пришел.
Умирает, да, наверное, уже. Отравили, наверное, его. Весь почернел. Поют. Нет, живой еще. Что-то закончилось, видите? Браво! Браво! Зал рукоплещет, видите?
Очень эпично и круто прямо. Слов нету. Спасибо. Рахмет. Рахмет. Санта тоже угорает. Тоже люди они. Я он целист. Я уже второй раз его вижу. Первый раз видел на концерте итальянской музыки. Помните, как я ходил к нам? Браво! Зал рукоплещет, вот видите как, вызывает артистов на бис. Ну, на поклон, не на бис. На поклоны вызывает, видите. Браво! Браво! Это Абай сам вышел. Ну, актер, который играл Абая. Алга, Казахстан! Режиссер-постановщик, да? Рахмет! Видите, мне поцелуйчики посылают воздушные. А может, не мне. Как мне показалось. Вот такой супер концерт. Опера, феерическое зрелище. Просто шикарное опять. У меня мурашки по коже опять. Вот. Опять мурашки по коже. Вот такая красота. Прямо слов нету. Кончил бал, погасли свечи.